это северный Сиэтл. Улица Валлингфорд, 90-я, N90. Парк. И Woodlake — это озеро. Сегодня воскресенье, 17 июля. Должно быть много народу в парке. Северная часть там заселена только частными домами. Она будет трехэтажная. Бегают, уходят.
на лодках плавают.
снимаю мостик на озере. То, что... Вода прозрачная. Это только пол озера объехал. Минут 13. Думаю, за полчаса можно объехать. Или за минут Также из зоопарка. Он дальше. Большой теннис.
несколько площадок теннисных. Бейсбольный корт, 2 футбольных. Это легко с одной стороны видеть. Да, там кемпинг, можно сказать. Столов очень много. Табличка «Не пугайте зайцев» написана. Думаю, можно проехаться по бездорожью. Здесь туда можно ехать, посыпано. Парк большой, можно кататься.
интересно, вот живешь в городе, в Сиэтл, тоже большой, а приходишь туда в парк, и как будто в какой-то лес приходишь. Вообще незаметно, что ты в городе находишься. Здесь люди не ходят под дерево в туалет, а вот здесь стоят везде в туалет. Я ни одного бомжа здесь не увидел. Обычно они в парках сидят.
So I was like, Yeah.